Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, я Эдуард Петер, и мы начинаем с вами, как я и обещал, изучать программу MAI 4.0. Это программа, в общем-то, AutoCAD. Или все такие программы, которые могут делать чертежи. Если, допустим, взять тот же Blender, он в этом деле как бы не будет особо вам помогать. Все будет не точно. А здесь очень точно все, и поэтому мы с вами сегодня сделаем солнышко. Солнышко сделаем, возьмем вот солид. Здесь поставим. И создадим вот такую штуку. Так, теперь вот этот фронт. Где он у нас? Фронт. Вот. Выделим. И будем вот эти уголочки тянуть. Таким образом создадим такую таблеточку. Так, прекрасно. Следующий этап. Это мы возьмем топ. Интересно, можно как-то этими делать? Топ. Я вот думаю, если такая возможность, ну, я привык так, что клавиатурой управлять. Ну, хорошо, это потом посмотрим. Сейчас пока у нас такая стоит задача нарисовать курву. Вот она, курва, причем контрольные точки, с контрольными точками, да? Вот. И вот сюда загнем, вот так. Вот. Отлично. Следующий этап, если мы хотим, так, edit, вот так вот, и здесь сделать edit. Edit получится здесь. Так, show. Вот. Странно, почему он не появляется? Здесь должны быть эти. Мы на какой находимся? Сверху, да? Вид сверху. Следующий, значит, нам нужен будет кружочек. Вот такой. Главное не залезть в область вот эту. То есть там, где находится наша курочка. Ну, вот так вот возьмем, сделаем вот такую, вот такую курочку, так. И теперь можно сделать следующее: выделить эту штуку, потом сказать ему, что, ребята, мне хочется заняться edit, нет, вот конструкция, да. И вот здесь есть sweep. Вот он, свип. Вот. Трубка получилась. Мы нажали на дона, все прекрасно. Теперь вот здесь возьмем конец. Конец сделаем заостренный. Вот он. Все, она острая получилась. Так. Теперь нам, скажем, тоже хорошо. Прекрасно. Это уберем. Так, а это попробуем сейчас развернуть. Вот так, на-на-на-на-на-на-на-на. Есть и сюда ее. И вот туда поместим. Прекрасно. Далее, в этом солнышке нам бы надо это размножить. Для этого существует трансформационный array. Вот array, он говорит круг, цикл. Вот сюда укажем ему, вот он раздвинул. И теперь, допустим, мы их 12 штук сделаем. Вот, 12 штук, прекрасно. Ну, а теперь нам надо это все выделить.
вот так выделим, и нам нужно соединить. Они работают здесь так. Construct, вот, були, булевская операция. Будем соединить все. Есть. У него появились такие вот. Такие тоже. Ну, как это назвать по-русски? Ну, короче говоря, он показывает здесь эти полосочки. Это обозначение как раз того, что мы с вами сделали. Ну, а теперь, кроме этого, значит, она выделена пока, да? Мы должны сделать филе. То есть закруглить это дело. И скажем, сколько нам нужно будет. 0,5. Скажем, окей. Вот они, видите. И скажем, все, мы готовы. И в итоге у нас появилась очень такая неплохая, как бы, солнышко. Больше на медузу похоже, да? Но не в этом дело. Главное, что оно получилось. Я вас поздравляю с первой нашей... Сплит мы сделаем сейчас. Сплит вот здесь. То есть, видите, вот так она выглядит. Вот. Интересно, как возвращать назад? Пока мне неизвестно, как она возвращается назад. Но оставим, как она есть. Так, и покрупнее. В итоге все получилось. Ну, во всяком случае, всяких морских чудовищ уже умеем делать. Все хорошо, теперь ждите меня утром, вернее, не утром, завтра ждите меня, и я обязательно вам что-нибудь новое покажу, ну и для себя что-нибудь, да, научусь, окей? Ну, до завтра, друзья, пока.